Мы в Мави. Совсем другая, конечно, ценовая категория, ценовая политика, господи. Что там, 500 лир. Джинсовые юбки, классика жанра. Так, девчонки, о чем вы? Ну-ка, расскажите, покажитесь. Девчонки стесняются и цену не показывают. Так, я настойчиво нашла по 500 лир. Вот эта хэбэшная рубашечка 500. Вот это вот кружевное изящество 600. Вот так вот. Мави, мави, мави. То ли радует, то ли нет. Джинсы 600. 660. 570. Вот эта красота. 600. Вот такие футболки приятные на ощупь. Такие как бархатистые, что ли. 300 лир. Что-то размеры, мне кажется, маленькие. Цветовая гамма различная. Рубашки 600. Тоже обычные, но цветовая гамма многообразна. Вот эти вот рубашечки как трикотажные, но такие ласковые. 370. Мужская курточка. Искусственная замша 910 лир. $315 рубашка. Только грубоватенькая. $420. Со скидкой уже. Это мягонькая. $385. Adidas, пожалуйста. А следующий Collins. Решили, что зайдем в Collins. А потом вот там вот отдел Оздалев. А, ну вот он, кстати. Там и одежда, и постельное белье. Это Collins витрина. Светерочек какой. Толстовка, господи. Паш Булдук. Глазастые продавцы. 450 лир, желтая. Что, сразу нас встречает Индерим. Толстовочки. Ух ты, 180 лир. Ну, неплохая цена. Паш Булдук. Так, ну-ка. На витрине-то то, что красиво выглядит. Сейчас посмотрим. Толстовка что стоит? 450. 450. Ой, а жилеточка какая тоненькая, прям невесомая. С капюшоном 800. Ну, хорошенькая, хорошая. Очень такая приятная. Приятная. Такие вещички с бабушкиного сундука, но сейчас пользуются спросом. 400. Водолазка 300, 380. $500. Кофточка. Платье. Сафари, не сафари, в общем, 750. Что-то мне не очень тканюшка. Ну вот. Вот такие рубашки. 500. Закос под льняную, конечно, рубаху. Из такой
печатью на рукаве. Ну и все, 500 лир. $400 вот такие жилеты. А рубахи почем? Рубахи 550 зеленые. Гороховые блузки 280. А жилетки и жилетка, покажись, 400. Классика жанра. Коллинз. Коллинз. Наподобие у меня были полосатенькие брючки, я в них 400 лир. Я в России, конечно, их покупала, и 2 лета в них комфортно себя чувствовала. Так, на 4 умножаем, примерно 1600, да? Ну, неплохие. Толстовка с ромашками 400, а джинсовка просто с воротником, так, 800 лир. Воротником чебурашки, а так она без подклада. Джинсовка, джинсовка. А, я думала, двойка, это нет, отдельно. С длинным рукавом 500 и маечка 330. Да. Вот, похоже, у меня был цвет брючек. И качество прям что-то... Настолько мне в них было комфортно, что прям затронули они меня. Летнее платье Коллинз 600 лир. И качество, вот не знаю, как вам передать. Скажу слово синтетика. И все. $600. Футболки 160. Полет бабочек. Бабочки в полете меня заинтересовали. Ну, что-то самое большое, по-моему, Элька. Ух ты, это мужские, да, такие? Такие прочные куртейки, основательные. 1200 лир. 1200 лир. А такая 2000. Написано 30% скидка. Может быть, еще от цены или что? Мне вон та оранжевая курточка привлекала мое внимание. Ой, 700 лир. И она не только оранжевая, вот и цвета пудры, пожалуйста. И вот такая олива. И она такая с дымкой какой-то. Приятно. О, это с капюшоном. А это без капюшона. Ну, вот это чудненько. Цена чудненькая. А куртки все три чудненькие. Угу. С капюшоном-то вообще... Отличная. Отличная, практичная. Вот так. А это 500 зеленочка. Зеленушечка. $1300 белая. А вот этот космос почем? Так, сейчас космос в Коллинсе. Так, 1200. Космос не сильно длинный и без капюшона. А вот это по 1000 удлиненные куртки с капюшоном. Красная. Прекрасная. Это тоже 1000.
1300. Она мне меньше всего понравилась, прямо по качеству, не знаю, какая-то роба. И дороже. Ну ладно, пусть так. Ну, опять цена спряталась и убежала. 1300 вот эта куртка с воротничком под барашку, ну и с чебурашки. Набор кофточек 180-170 лир. Вот такая ориентировочная цена. $700. Вот такая куртка, как на манекене. Опа! Мы переместились в Поло, но что-то меня не очень радует цены. Вот эта кофточка меня заинтересовала. Она женская. 360 лир. Рукава вот широкие. И когда внизу тоже ровненько, мне очень нравится. Так, а это 440. Вот это 440 свитерок. Ну, тоже вроде скидки здесь. Но Поло дорогая фамилия. Дорогая. Опа. 260. Это 379. Свитерочки вот эти лежат. Пончо интересное. 600 лир. И такой кардиган, или как его назвать? Ой, внизу этими пайетками. Сколько стоит сейчас? 600 лир с капюшоном. $480. Это женские, да? Он женские. 400. А это 292. Это 600. Жакет. Кто он? Джемпер. Так, это 600. Так, что по рубашкам? По рубашкам 400. Платье 1900. Ой, ну не знаю. Ну не знаю я. А, там еще внутри какой-то внутреннем миру платья существует. А, жилеточка. Жилетка 2400. Она без скидки. Вот она мне понравилась. А, спасибо, Поло. Че, воздалек шагаем, да? Вот в этот магазин воздалеки рекомендую тоже заглянуть. Приятные скидки бывают. Не буду заострять внимание. Ну вот, например, такая ветровочка 250 лир. Я люблю, когда не только на животе и на спине какой-то утеплитель, но и в рукавах тоже. И вот эта вот куртка, ветровка из этого. Тоже тут приятные цены. Да, да, да. Тут женская только одежда. Вот 300 лир. Смотрите, какие коняшки. Как они резво по попе будут скакать. Ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать-ать. А тут кармашек, ну вообще. Угу. Забавные такие скачки. Ну, с размерами тут, я так думаю, что беда, конечно. Только на 300 лир стоит. На дюймовочек.
Ну и ладно, пусть они будут красивыми. Красивые женщины найдут, где нарядиться. £120. Вот такая кофточка. Синтетика, но рукава красивые. Просто вау. О, боже. А это 400 рубаха стоит. Выйти уже хочу, уже жарко. £260. Вот такая кофта. Но не могла не показать вам вот такие вот рукавчики. Смотрите. Очень симпатично. Ну и по качеству она немного синтетики. В общем, магазин заслуживающий внимания. Ну, на мой таки опять взгляд. Вкусы у всех разные. Шубки из Чебурашки. Зашли мы в отдел Оздалек, в торговом центре Оздалек. Вот видите, и постельное белье, и тут мужская одежда, дальше обувь. Тут и женская одежда, и сумки, и аксессуары. В общем, огромный. Это место занимает самый большой бутик в торговом центре. Не буду заострять внимание. Ну, сумочка приятная. £890. Прогулялись мы по Оздалеку. Приятно провели время. А отправляемся в обратный путь. А какие у нас итоги нашей прогулки? Мы купили 2 тетрапака сливок небольших, чтобы готовить печеночный паштет. А еще я купила сушеный чеснок. И это очень радует, потому что сушеный чеснок найти не так-то просто. И прям сегодня выиграла в лотерею. Купила пакетик сушеного чеснока. Сколько там, наверное, сколько там грамм или что? В общем, 15 лир стоит. На улице обалденное солнце. Время 3 часа. И оно будет сейчас светить в спину, не в глаза. Это тоже радует, потому что очки я опять не взяла. Ой. Неспешным шагом двигаемся во свояси и дошли до того места, где, когда мы переехали почти 1,5 года назад, дочь снимали здесь квартиру, и мы здесь с ними жили, пока в нашей квартире делался ремонт. Тоже маленько привыкли, тоже любим этот райончик. Дочь мечтает, что они в этот район вернутся. Там вот базар, но он по субботам. Шикарный большой парк. И впереди сейчас... А это... Вот так, а где госпиталь-то? А, дальше, да-да-да. Вон впереди Анталия Хастанеси. То есть тут все под рукой, ей знакомо. 10 лет она здесь прожила и очень любит. Район этот и Махале. Зефир, как-то так называется. В общем, зефирка. Мебельный магазин. Что там интересного? Ну все, вот однотипные вот эти диваны какие-то. Что там они? 4... Ну, в общем, почти 5000 стоят диваны. 4,890, что ли? Кровать все вместе 4,800, потому что отдельно обычно изголовье, матрас, там все отдельно.
Ну, вот такие какие-то все стандартные диваны. Ну, вот так в Турции. У меня уже было видео на тему, почему в Турции все стандартно. И тут солнечный парк. Срежем немного дорогу и пройдем по улочкам, по закоулочкам. О, эвкалипт впереди. Перед госпиталем. Перед магазином. Ага. Ты хочешь? Ну, пирожок. Да, я хочу. Давай, хочу булку кое-какую купить. Возле нас пекарня шикарная, но вот они с утра настряпают определенное количество, все потом разберут. И когда, если ты не пришел в 8 утра, то потом уже ничего и нету. Я не понимаю, почему нельзя настряпать побольше. В общем, это кафешечка небольшая. А вот. Настряпают какой-то минимум, разберут его у них за полчаса и все. И сидят потом целый день, стряпают только хлеб. А я попозже булку хочу. На полдник. А не бежать в 8 утра с выпученными глазами и в это, господи, в пижаме за булками. Слышишь? Ау. Огородили. Угу, свеженьким, да? Да, да, да. Ну, люди живут в своем доме и... Какие-то раскопки видят. Да, на своей территории. Ну, что-то тут сад-огород какой-то городят. Молодцы. Да, и мужчины там за кактусами чай пьют. Ну, вот. Они тоже, ага, не хотят... А что вот тоже земля такая с камнями как-то? Ну, камни здесь, что-то были постройки, видишь, вот камни. Mm-hmm. Ну, в общем, не хотят жить в большом доме в своем. Ходили, только начинали строить, а уже какое-то здание стоит. Да. То ли библиотеку, или что Юна говорила, строят-то. Да, ходили постройки, действительно, уже дом. Опа, махом. Ну, по-моему, библиотека, если я не ошибаюсь. Да, можешь ошибаюсь? Ой, боже мой. Видите, как стеклят балконы на время зимних дождей и ветров. Так же, как кафешки, также обтягивают такой пленкой. Да, дом жилой. И вот невысокий заборчик. И все заделали плиткой. Вот о чем периодически говорит наша дочь, что почему тут лужи стоят огромные. Да потому что нет земли, куда впитываться. Ну и вот, когда очень хочется иметь свой сад или кусочек зелени, можно сделать вот так. Какая-то стульчиковая мастерская. Почти мы уже до дороги дошли. Нравится мне вот так по дворам ходить. По маленьким улочкам, проулочкам. Наружка идет такие семена. Да, черные вон как эти, как ягоды. Видите? Как оливки. Или как черемуха. Каливочки черные. А вот и мушмула. Почти уже готова. Мы, конечно, да, мы уже, конечно, ждем вкусняшку. В прошлом году лакомились ею очень удачно. Ну вот целое дерево. Ну это турунчик, конечно. Ну, я не удержалась, попросила мужа, чтобы он сорвал.
такой ладненький, красивенький. Ну вот, зачем вот у меня вопрос? Вот тогда зачем это все растет? Тем более на закрытой территории домов. Украшает. Украшает. Ну пусть бы было привито, чтобы это было вкусно. Вон, пацаны маленькие, уже работают. А что такое школа? Ну вот как так, раз проходить негде. А что такое школа, конечно, никто из них и не слышал. Захотел дверь открыть, дуваре, синий дуваре, все. Поехал. Вот пекарня, конечно. Ну, да, ну все с утра уже отстряпались и сидят просто с хлебами. Ну вот, дошли до дороги, которая разделяет КПС и Мурат-Паша. Вон как они. Да. Будем сейчас переходить. Пойдем здесь куда, сейчас? Куда, куда? Здравствуйте, налево. Что такое? Вот пешеходный переход. Муж у меня заправила. А я пока не было машин, потому что мы в Турции. Надо подстраиваться под турецкие правила. И вот теперь встряли. Будем ждать. А нам вот туда по диагонали. Когда мы эти еще 1, 2, 3, 4, 5 дорог нам еще надо пересечь, чтобы попасть вот туда по диагонали. 5 полос, да, 5 полос. Вот как так можно бросить вот этот вот самокат? Вот просто посередине. Переходим по нашему зелененькому сигналу. Фух, перешли. Эти чудесные 5 полос. Иногда тут работает фонтанчик, иногда нет. Ну и все, мы практически дома. Уселись в парке. Открыли. Ну что, сама ведь я знала, что это Турунч. Но мне так хотелось в очередной раз в надежде сорвать. Он очень ароматный, сочный. Ну вот кислый, конечно, кислый. Ну вот и варенье с него варят, я знаю. Крепкий такой, ох. Опять загадка для меня, зачем их ростят в таких количествах. Ну вот, впереди наша вкусная пекарня, сейчас будем заходить. Хочу вам показать пустые полки, а сейчас разойдем и все есть. Ну, я буду не против, пусть я ошибусь. Очень хочется ту булку. Есть. Нет, лежит, но не эта булка. Здорово. Нет, не это, это почва. А я люблю очма. Сколько? Капец, и хлеба нет. Там хлеб. Там, ты же кирдрем. 20 минут. Да. Ну вот, ни хлеба, ни булок. Вот так бывает. Одни незабудки нам улыбаются. Благодарим, что прогулялись с нами, досмотрели это видео и до встречи в следующем. Кстати, ветер практически перестал.